То, что Крым вернулся обратно на свою родину, это огромная победа. И не знаю, то есть у меня там нет недвижимости, но я чувствую, что, знаете, что-то такое свое присоединилось ко мне. Хотя я что, я же человек, но я как, может, в масштабах уже всей страны как-то живу и чувствую. Замечательно Россия получила. Большой жирный кусок Россия получила, когда присоединилась к Крыму. Я очень много знаю людей, живущих в Крыму, и я разделяю с ними эту радость. И мне звонили с такой нерадостью, приглашали наконец-то опять меня в гости. Накроем стол, загуляем. У людей действительно это огромный праздник. Я думаю, это не последняя страна, которую мы себе отхватили. Стоит ли, вот в чем вопрос, и подчеркну, стоит ли за именно вот этой кусок земли стать врагом мира, если это будет долго и повредит мою страну?